Всем доброго времени суток. Командная игра, попробуем перейти в Турцию, позиция хорошая для перехода в чудо света, да еще и рыбы много. Максимально быстро буду развиваться, да простят меня мои союзники. Игра игроков подобрала нормально, силы равные, то мои к ним сходят, то в ответ прилетит нам. Перешел во вторую промышленную революцию, и все-таки решаюсь строить конницу и переходить в чудо. Поджимать нас начали, а я еще участие в боях и не принимал. Было всего пару лучников. Конница турецкая топчик, но вот противостояние ей кавалерия противника все портит, будем аккуратно отыгрывать. Нужно быстро строить автоматчика, либо будет бесполезная трата ресурсов на кавалерию.
Самая сильная угроза – это пушки Российской империи с картечью. Нужно ставить побольше башен со своими пушками. Нас уже жмут хорошо.